правильный 21 угольник. Рисовать проще всего так. Сначала разбить окружность на 3 равные части. После этого написать здесь вот 21, здесь 7, здесь 14. А дальше вы уже понимаете, нужно разбить вот это вот на 7 равных частей. Для этого надо взять вот так вот раз, и здесь 2 точки, и здесь 2 точки. То же самое выделить, вот раз, два, три, раз, два. Здесь вот выделить серединку, раз, два. Да, и теперь пронумеровать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пожалуйста, не жалейте бумагу. То есть это должно быть, что называется, во всю страницу, потому что иначе будет не видно. И постарайтесь более-менее ровно все нарисовать и пронумеровать. Итак, вот он, 21 угольник. В нем отметить одним цветом 6 точек, а другим цветом 7 точек, чтобы при любом повороте 6 точек, когда 7 находятся на месте, ни разу 3 точки не совпали бы с 3 точками. Давайте объясняю условия. Вот у вас есть такой вращающийся круг, да? То есть вы нарисовали 21 угольник. Вы должны на нем отметить 6 точек и отметить каким-то одним цветом. И отметить каким-то другим цветом. Может быть, некоторые из отмеченных тоже можно отметить, и другим цветом тоже. 7 точек. Чтобы при повороте, как вы поворачиваете, совмещались бы максимум 2 точки. А 3 точки никогда бы не совместились. Понятно, что я сказал? Нет. Непонятно. Вот вообразите себе, что у нас кто-то взял и выпилил этот круг. Можете себе представить, кто-то вырезал этот круг из доски. И после этого его можно будет вращать. Надо с одной стороны отметить 6 точек, а на внутренней части отметить 7 точек, чтобы ни при каком повороте не возникло бы совпадение 3 точек с 3. Надо просто сказать номера 6 точек и номера 7 точек. Давайте. Номера 6 точек. 3, 7, 11, 14, 17, 3, 7, 11, 14, 8 точек. 4, 8, 12, 15, 18, 1, 10. Что такое? Нет, я, конечно, посмотрю. Если прибавить к верте плюс 1, 3 перейдет в 4, 7 перейдет в 8 и 11 перейдет в 12. Да, все. 14, 15. Все, 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 у вас неправильно решение. Нет, ребята, на самом деле все совсем не так страшно. Решение идейное, а не так, что пишешь случайные числа. Из-за того, что вы привыкли никогда не концентрироваться на чем-то, вы очень много теряете. То есть, когда вам говорят, подумай над чем-нибудь, многие из вас не понимают, а как это думать. Вот там переключаться с одного на другое, это я привык. То посмотрел, то быстро, быстро, быстро. И главное, что уже забыл, что смотрел в первую секунду. А вот этого вот спокойного размышления многим из вас не хватает. Умение сосредоточиться, спокойно над чем-то подумать. Повторяю. Придумайте способ, как расставить 6 точек и так расставить другим способом 7 точек, чтобы ни при каком повороте не совместились бы более чем 2 точки. Коля придумал способ. Давайте я... Из-за того, что мы можем перевернуть, мы можем считать, что они имеют... Давайте я его способ всем покажу. Каждую третью точку. Поехали. Вот давайте я просто проставлю их вот сюда, здесь. Раз, два, три,
4, 12, 15. 5, 6, 7, 3, 6, 9, это правильное решение, 3, 6, 9, все делящиеся на 3, 12, 15, 18 и 21. Как видите, сколько точек? 7, конечно, 7 точек. И кроме них 21. Взять подряд идущие 6 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, в чем идея. Как вы издвигаете 6 подряд точек, вы будете затрагивать только 2 из вот этих красных точек. Когда отсчитываете любые 6 подряд точек, от 1 до 6 будут вот эти 2. Среди подряд идущих 6 целых чисел ровно 2 делятся на 3. Вот это решение задачи. На самом деле, можно было решить задачу и по-другому. Можно было, смотрите, как сделать. Наоборот, взять все числа от 1 до 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А вот числа, которых должно быть 6 штук, что называется раскидать. Что это в нашем случае означает? Смотрите, еще раз прибавлю семерку. Будет 15, 16. Пожалуйста, себе запишите и нарисуйте. Посмотрим, что это будет. 1, 2, это я вот так вот сверху покажу, да? Вот эти две точки. 8, 9, это вот эти вот две точки. И 15, 16. Пожалуйста, посмотрите. И точно так же получится, что какие 7 подряд точек вы не берете, среди них только 2 из наших.